Всем привет! У нас вот такая погода. 5 часов вечера. У меня собачка убежала на улицу, за ней ходила. Но я хотела показать вот такую красоту. У нас вот здесь елочка наряженная, такая огоньками горит. А вот еще одна елочка. Вот. Вот такая вот у нас красота в деревне. Вот, очень красиво. Вот. Издалека так огоньками светится. Две елочки вот нарядили. Я хотела на днях снять. Неохота в такую погоду выходить. У нас вот снег. Вот у меня вот эта вот говнюшка убежала. Ну вот я за ней ходила. А дом, ну хоть вон далеко замерзла. Решил погулять. Вот. Вот. Вот такая красота у нас в деревне. Вот люди нарядили елочку у себя дома. Вот. Это я. Шастаю. Вот такая темнота у нас. 5 часов вечера. И метет, вот снежок метет. И ничего больше не видно. Вот. Всем привет. Я хочу поздравить всех с наступающим. И вчера я нарядила свою елочку. Вот такая она у меня красавица. Такие снеговички стоят. Я хочу показать свои игрушечки. Так как я не могу вместить в экран всю свою елку, я решила ее снять вот так частями. Свои игрушечки. Красавица. Снимаю я вечером. Игрушечки. Я побоялась повесить на елку вот этот фонарик. Он такой в виде шара сделан и очень такой красивый. У меня сейчас нет батарейки. Там вставляется батарейка круглая. Вот он стеклянный. Я побоялась его повесить на елку, потому что у нас кошки лазают. И, в общем, они несколько раз в прошлом году ее роняли. Вот. Я немножко решила украсить вот этот уголочек. Поставила вот такую елочку. Веточки сюда поставила. Здесь у меня стоит снеговичок. И мишки в мишуре. Вот. Вот такая вот красота. Здесь я тоже повесила гирлянду. Гирлянда такая маленькая. Она не мигает, но все-таки придает такой праздничный вид комнате. Вот. Вот такая вот у нас здесь красота. Я, значит, довязала платье. Вот. В общем, вот так. И мне осталось только немножко, в общем, убрать ниточки, сшить вот эти места подмышки. Вот. Ну, в общем, вот такое вот у меня получилось платье. Вот. Я его одела, померила. Дочери дома нет. Вот. Я его одела, померила. Вот. И оно, значит, оказалось, что горловина очень широкая. И я, значит, хочу, не хочу набирать на спицы вот где-то место. Я хочу, значит, крючком еще немножко обвязать и поднять это место. Ну, в общем, вот так вот получилось вот такое вот у меня платье.
Вот, еще, значит, в общем, раньше я до этого говорила, что у меня немножко узковата моя безрукавка, распускать я ее не хочу, потому что она теплая. И, в общем, я, в общем, из мотивов, в общем, здесь вот такой мотив есть. И я, значит, связала вот такие вставочки. Я их аккуратненько по бокам. Вот вторую вставочку я, значит, довязываю. Я их по бокам аккуратненько вошью. И у меня будет нормальная такая хорошая безрукавочка. Время у нас пол первого. И спать совсем не хочется. Я вечерком так сижу, вяжу. Вот, зато потом на следующий день я сплю до обеда. У нас елочка стоит в старом доме. Мне очень, конечно, неудобно за наши такие там грязные обои. Но делать ремонт нет смысла, потому что мы строим новый дом. И, в общем, я, конечно, очень извиняюсь. Но мы это все будем ломать. Вот, ну ладно, всем пока-пока.